Если копнуть чуть глубже в реализацию логирования, то мы увидим, что логгер не сам решает, как именно он должен обрабатывать пришедшие сообщения. Он делегирует это решение другому объекту, хендлеру. Хендлер — это абстрактный класс, у которого в стандартной библиотеке есть три конкретных наследника. Это консоль-хендлер, выводящий сообщение в консоль, файл-хендлер, логирующий файл, и сокет-хендлер, отправляющий лог сообщения по сети. Хендлер задается в конфигурации или прикрепляется к логгеру вызовом метода логгера addHandler. И еще один аспект, в каком формате сообщение записывается в лог. За это отвечает еще один объект, форматтер. Хендлер имеет ссылку на форматтер и делегирует ему всю работу по превращению залогированного сообщения в окончательный вид, пригодный к выводу в файл или передаче по сети. В стандартной библиотеке есть две реализации. Simple форматтер, выводящий все в более-менее человекочитаемом текстовом виде, и XML форматтер, производящий машиночитаемый лог в формате XML. Комбинируя логгеры, хендлеры и форматтеры, можно гибко настраивать, что, куда и как программа будет писать. К тому же можно реализовать свой собственный хендлер или форматтер, если стандартные не подходят.